лекция на тему преступной группировки, организованная преступность, преступность белых воротников, также борьба и методы выявления. Всем этим занимается агентурная сеть совместно с отделами ID и СИД. И выявляется коррупция, может, через заранее подготовленных людей, ну, типа, да, людей. Разберем вынесение из единого федерального розыска ситуацию. Свой человек звонит полицейскому, сообщает ему, что так и так, розыск дан ни за что и готов заплатить за вынос из списка разыскиваемых. Если коп соглашается, то нужно сразу же записывать его номер и следить за базой разыскиваемых. Как только свой человек переведет копу деньги, а тот снимет розыск, то группа задержания узнает департамент, в котором работает коп, и выдвигается для задержания. Если коп отказывается, то делает все правильно, а также обязан выдать розыск или спровоцировать своего человека для того... спровоцировать этого человека для того, чтобы тот встретился с ним и по приезду на место провести задержание своего человека за соответствующую статью. Преступными группировками занимается также агентурная сеть совместно с сотрудниками СИД. Выявление идет через внедрение своего человека в предполагаемую группировку с специальным оборудованием. Это миниатюрная камера, встроенный в нее микрофон, очки с камерой и так далее. Человек находится в предполагаемой группировке неопределенное время, а сколько потребуется для сбора информации и успешного заведения дела на ту или иную группировку. Вопросы есть по лекции какие-либо? Все хорошо. Лекция на этом окончена, в принципе.